В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета имени Льва Толстого прошла акция «Татарща-диктант». Цель акции – повысить культуру грамотного написания текстов на татарском языке, проверить орфографические и грамматические ошибки. Такие мероприятия проводятся не случайно. Сейчас необходимо повышать интерес к истории, культуре и традициям татарского народа. С целью привлечения татарской молодежи грамотному написанию на татарском языке. И в целом это, я думаю, акция, которая приурочена именно популяризации татарского языка. За партами проверить свою грамотность собралось более 100 человек. Это люди разных возрастов. Старшее поколение, школьники, студенты. Мы приехали из Набережных Челнов. 6-я школа, русскоязычная школа. Мы приехали специально для этой акции, чтобы проверить свои силы, поучаствовать в этой важной акции для всех, для всего нашего народа, для всех татар. Акция прошла в 7 городах России, а также в Павлодаре, Казахстан и Бишкеке, Кыргызстан. Перед началом диктанта участники поприветствовали друг друга по скайпу. Ну, мне кажется, если смотреть вот зал, да, тут есть какое-то объединение. Объединение не только в Казани, а по всей России, где собираются татары, они видят, мы же общаемся. О, смотри, в Казани сколько пришло, у нас сколько пришло. И здесь они увидят старых знакомых от общения. Собравшиеся написали отрывок из рассказа татарского писателя Амирхана Яники «Жиз Канграу». А текст произведения прочитал заслуженный артист Республики Татарстан, актер театра имени Галиаскара Камалов Анис Зиганшин. После написания диктанта в течение недели тексты проверят специалисты, доктора, профессора, доценты Высшей школы татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая. После проверки диктанта участникам будут отправлены сертификаты с результатами. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.